А сегодня мы рассмотрим клеточку Нобби, продавец компании Диметра. И сейчас мы посмотрим, что тут про нее написано. Клеточка складная, транспортная, для переноски домашних животных с двумя дверками, съемным пластиковым поддоном. Размер клетки: длина 93, ширина 62, высота 69, вес 11,235. Проверим. Так, толщины прутиков тут не написано. Материал пластик, металл. Так, а ну-ка сейчас попробуем развернуть характер. Развернулась коробка, поддон, клетка. Развернулись характеристики. Написано, что страна производства Германия. Посмотрим, какие отзывы. Ну, тут всего два отзыва, и оба прямо отличных. Здесь пятерочка, пятерочка. Ничего не написано. И еще одна пятерка. Отличная клетка. Купила для щенка ротвейлера. Сидит, не выходит. Смешно. Большая. Пластиковый поддон, легко моется, не скользит. Представитель бренда ответил: добрый день, благодарим за фотографию и высокую оценку нашего товара. Ну, супер. Екатерина. Хорошая, качественная клетка, но размер не подошел. Интересно. Размер клетки указан в описании. Благодарим вас за отзыв и высокую оценку. Оценка действительно высокая. 5 звездочек человек поставил, ну, как бы за то, что клетка не подошел. Ладно, посмотрим на саму клетку. Клетка – это не только залог сохранности ваших вещей, но и гарантия безопасности вашего четвероногого друга. Итак, друзья, первая клеточка, которая попала к нам на обзор, это не самая дорогая клетка, которая у нас есть, но самая дорогая из тех, которые мы купили. Так называемого четвертого размера, заявленная ее длина 93 сантиметра, ширина 62 сантиметра, а высота 69. Афина туда явно не влезет. Да? Лучик, иди сядь на место. Иди. Итак. Клеточка разборная, переносная. Собирается очень легко. Так, что-то застряло, но это не страшно. Так себе основание. Такое себе. Так. Так, крючочек, и сверху два крючочка отсюда и два вот отсюда. Зафиксировали. Закроем ее пока. Закрываем вторую стеночку точно так же. Раз, два, три, четыре крючочка. Два крючочка на крыше, два крючочка на дверке, на боковинке. Все, защелкнули крючочки. Крючочки вылетают. Короче, крючочки здесь гнутся от руки. Можно их подогнуть для того, чтобы лучше фиксировалась боковинка. Держится очень слабо. Зато здесь на клеточке есть две ручки для переноски. Так, ну и проверим, наверное, сразу, сколько эта клетка весит. Так. Достаточно сопливая конструкция. Сейчас мы ее взвесим. Девятьсот пятьдесят 9 килограмм 510 грамм. Так, с весом все понятно, при том, что это вес уже вместе с поддоном. Разворачиваем клеточку со стороны поддона. Значит, для фиксации поддона есть крючочек, который, вот можете заметить, нифига не держится. Он сам по себе уже вот болтается. То есть фиксируется совершенно хреновенько. Вот. Мы можем его вытащить наружу и вынуть поддончик. Поддончик вынается легко, поддончик совершенно неглубокий.
маркировки пластика нету. Из чего сделан этот поддон, непонятно. Вонючий. Пластик вонючий, достаточно тонкий, хлипкий. Ну, не хрупкий, вот. По крайней мере, сразу не ломается. Недостаток огромный этого поддончика в том, что его размер не соответствует размеру клетки. Открою боковую дверку. Дверка, конечно, вообще очень хлипенькая. А толщина проволоки, из которой сделаны замки, чуть-чуть больше самих прутиков. Болтается дверка, фиксируется неудобно, нужно попадать в замочек. Нужно стараться это сделать. Все это болтается ужасным образом просто. Просто отвратительно болтается. И на первый взгляд прочность этой клетки, ну, оставляет желать лучшего. То есть любая собачка, даже кошка, из этой клетки попытается выбраться, и, возможно, эта клетка ее задушит. Смотрите, что произошло. Я ее уже согнул. Я ее уже согнул. То есть прочность у этой проволоки совершенно отвратительная. Это абсолютно, ну, может быть, самый дешевый какой-то материал. Он гнется. Я думаю, что нет смысла даже проводить какие-то эксперименты с весами с этой клеткой. Потому что качество ее просто отвратительное. Для собачки, которая находится в коме, эта клеточка подойдет. На всякий случай замерим толщину прутиков все-таки. Вооружусь очками и будем мерить. Толщина прутика поперечного 3 мм. Толщина прутика продольного 3 мм. Толщина прутика в двери 3 мм. Толщина замка 4 мм. И тоже проверим. Толщина замка 4 мм. Толщина прутика 3 мм. Толщина вот этих фиксаторов, крючочков, 2,5 мм. Ячейка, значит, у нас имеет длину 12 сантиметров. 12. А ширину имеет 4 сантиметра ширина. Я бы сказал 4 сантиметра и 2 миллиметра. Да. Не очень точно, кстати, сварена сетка. Что-то очень большие сомнения у меня в том, что эта клеточка изготовлена в Германии, как заявлено у продавца. Давайте попробуем все-таки провести измерение прочности этой клетки. Может быть это запасной крючочек, который надо вот так согнуть, чтобы собачка не вылезла. Можно так использовать. Так, цепляем примерно за серединку двери и потянем. При усилии около 10 килограмм дверка уже практически изогнута, и сюда может вылезти не то что кошка, а любая собака. И остается, кстати, деформация необратимая. То есть эта проволока очень низкого качества, она не пружинит, она совершенно слабая и гнется. Допустим, мы попытаемся отогнуть уголок этой клетки. Давайте потянем. При повторном оттягивании на 12 сантиметров она отодвигается уже при 7,5 килограммах. Итого. Поломать эту клетку может любой питомец. Вот уже после такого беглого осмотра и таких простеньких экспериментов мне понятно, что это худшая из имеющихся у нас клеток. Ну, собственно, посмотрим, что покажут другие. Из этой клетки можно вязать все, что угодно.
отвратительная клетка просто. Для совершенно честной собачки или для собачки, которая не может двигаться. Вот смотрите, здесь по верхней дверке есть хотя бы перекрытие, примерно в 5 сантиметров. А по боковой дверке этого перекрытия практически нет, 5 миллиметров. А снизу его нет вовсе. Дверка вот внутрь, может, внутрь клетки может проваливаться. Очень высок риск того, что питомец здесь просто застрянет и задушится. При попытке вылезти отсюда эта клетка просто задушит вашего питомца. Как бы тут даже не нужны пассатижи и не нужны собачьи челюсти. Вот. Проволока очень слабая. Не рекомендовано. Ну, если, конечно, вы не хотите избавиться от своего питомца. Всего за 5000 рублей с копеечками. Буч, не бойся, бучара. Бучара сбежал. Бучара, иди ко мне, малыш. Иди ко мне, маленький. Мы не будем тебя загонять в эту клетку. Нет, не будем. Не бойся. Не будем, точно не будем. В эту клетку мы тебя точно никогда не загоним. Вот. Все, беги, бучара. Джек, иди, место. 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 Заходи, заходи, место. Джеку не нравится запах новой клетки. И давай, давай, заходи. Вот нет, заходи, посиди там. Видите, ему не нравится. Старичку Джеку не нравится эта клетка. Не нравится. Я представляю, что ты с ней сделаешь за несколько минут, наедине оставшись, да? Скажи, оставьте меня с этой клеточкой наедине, я вам быстренько расскажу. Как тебе? Сейчас. Друзья, если, конечно, вам попалась все-таки такая клеточка, вы можете поступить вот таким образом. Возьмите вертлюжки любые, любого формата. Вот такое действие поможет вам хотя бы как-то обезопасить вашу собачку. Пристегнем. Вот таким образом. Ну вот. Имея пару десятков вертлюжков, вы сможете из этого конструктора создать подобие клетки. Примерно вот таким образом. Вот. Ну и, собственно, если у вас спокойная, честная собачка, то вот так вы уже можете оставить ее. Если же ваша собачка беспокойная, если вы ничего о ней не знаете, то оставлять даже среднего размера собачку весом, ну, примерно там 8-10 килограмм, я вам здесь очень не рекомендую. Ну и вот это тоже, конечно, слабое место. Вот. Крючочек здесь вот такой. Собачка может снять ее лапой и, собственно, попытаться отогнуть клетку вот здесь и вылезти снизу. Собственно говоря, в этом случае тоже очень велика вероятность, что собачка будет задушена. Джек, ну чего ты задом повернулся? Джек, не паникуй, мальчик, не паникуй. Все, я тебя выпускаю, малыш. Джек так расстроился, что повернулся к нам попой. Нет, кабанчик. Нет, малыш, ты не будешь жить в этой клетке, нет. Нет, мальчик, все, выходи. Выходи на свободу, кабан, выходи. Все, выходи. Молодец. Молодец, кабашкин. Все, пойдем. Так, и... Как вам это нравится? Совершенно хлипкие фиксаторы. Просто отвратительные. Скорее всего, друзья, если вы приобретете все-таки такую клетку, вам придется все места перематывать, перевязывать проволокой, загибать дополнительно вот эти фиксаторы, что потом затруднит разборку этой клетки. Ну, так
каким способом вы все-таки сможете сохранить жизнь вашему питомцу. Кабан, ты опять попой к камере. Скажи, что мне в эту камеру смотреть? Что мне смотреть в нее? Дайте мне лучше покушать, да и все тут. Да, скажи, покушать мне лучше дайте. Ну что, друзья, вот, наверное, на этом мы и остановимся с первым обзором. Не забудьте подписаться на канал, ставьте колокольчик уведомления, и очень скоро вы увидите обзор на все остальные наши клеточки. Пойдем гулять, кабан, пойдем. Клетку жрать не будем. Нет.